Всем привет, вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 50 UQ 81006 LB. В описании к видео мы оставили для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 50 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Direct LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит, частота обновления 60 Гц. Телевизоры LG UHD дарят вам новые впечатления от просмотра. Наслаждайтесь яркими цветами и невероятной детализацией телевизоров Real 4K. Интеллектуальный процессор Alpha 5 Gen 5 телевизора LG UHD дает эффект полного погружения. Смотрите любой контент в разрешении 4K на больших экранах UHD и каждую минуту наслаждайтесь четкостью и точностью изображения. Уровень яркости HDR10 Pro регулируется таким образом, чтобы улучшить цвет и четкость каждого изображения. Вы будете потрясены реалистичностью изображения. Телевизор LG UHD теперь имеет более тонкий дизайн и тонкую рамку, которые гармонично сочетаются с вашим интерьером. Для упаковки телевизоров LG UHD используется одноцветная печать и коробка, пригодная для вторичной переработки. Размеры телевизора 112,1 см в ширину, 65,1 см в высоту, толщина 5,7 см. Вес 12,1 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB, 1 Ethernet RJ45, 3 HDMI версии 2.0, 1 Optical Audio Out, 1 антенна, 1 CI+, 2.0. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS Smart TV. Интеллектуальная технология ThinQ AI позволяет эффективно использовать весь функционал телевизора LG UHD. От голосового управления до персонализации контента. Простое управление голосом. Голосовое смарт-управление с помощью Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее. Смотрите видео с разрешением 4K и наслаждайтесь просмотром, как в кинотеатре. Наслаждайтесь фантастическим игровым процессом с использованием Cloud Game, Game Dashboard и Optimizer и H-Geek. Удобный пульт с мышкой-указкой и колесом прокрутки. Кнопки быстрого доступа к Иви, Окко и Кинопоиску. Magic Remote автоматически определяет большинство устройств. Вы можете использовать голосовые команды, управление по аналогии с мышью и интерактивное колесико для выбора развлечений и управления умным домом. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Углы обзора. Теперь о положительных моментах. Яркая картинка. ОС обновилась после подключения. Ничего не тормозит. Крепление к стене веса 200 на 200. Удобный пульт. Удобное меню. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!